смотрел последний бой Мигеля Васкеса? Да, я смотрел. Он перебегал своего соперника, он да? Мне очень нравится, и у него очень нестандартный стиль бокса, его никто не может выиграть последние 3-4 года. Почему у меня сложилось впечатление, что он больше перебегал этот файт, чем отбоксировал? Это его стиль. Это была его грамотная такая тактика? Это его стиль. Это Или его, это его конкретный стиль боя такой? Это не его проблема, проблема его оппонента. Он ничего не мог сделать и не показать. Мигель Васко сделал свою работу и одержал победу. Пачка. Как насчет Бронера? Бронер очень тоже нестандартный боксер с очень хорошей школой бокса. И что скажу, он очень хороший боксер, поэтому в ближайшее время, может, год-полтора мы можем с ним встретиться. Поэтому будет все здорово. Зависит от меня. Нет, моего промоутера.